Здесь только яркие краски, никаких темных оттенков. Так видят мир участники благотворительного проекта «Души цвета покажем». В течение года дети с диагнозом ДЦП учились рисовать. Идейный вдохновитель – это моя дочка. Она с диагнозом ДЦП, и у нас нет с ней, ну, как бы общения, она не разговаривает. И мы так с ней придумали, что при помощи рисунков она мне будет показывать, как она видит этот мир, как она чувствует. И у меня родилась такая идея воплотить это вообще, ну, для всех детей с диагнозом ДЦП, научить их рисовать. Проект стал победителем конкурса фонда президентских грантов. В течение года мастер-классы для особенных детей проводили профессиональные художники. Идею организовать в Самаре выставку творческих работ поддержали художественный музей и общественная палата. Она позже будет открыта в залах музея. Сегодня один день презентация, а потом, когда мы сможем все без масок зайти в музей и улыбаться друг другу, вы обязательно увидите эти работы в залах музея. Мы в обязательном порядке и в этом году, в 2020, и в начинающемся 2021 году эти проекты будем поддерживать, приветствовать и по возможности развивать. Потому что каждый житель Самарской области должен видеть на своем примере, на примере тех людей, которые живут рядом с ним, что жить действительно становится комфортнее, что жить становится более уютно на территории нашего любимого региона. И наши ребятишки тому подтверждение. К занятиям по рисованию планируют активно привлекать и родителей особенных детей. Для этого благотворительный фонд планирует реализовать еще один масштабный проект. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».